В Самаре завершились традиционные всероссийские соревнования среди юных фигуристов на приз «Самарочка». На этот раз перед соревнованиями волновались не только спортсмены, но и судьи. Работать им предстояло по новой системе. На этих стартах ее впервые опробовали в Самаре. Сегодня особое волнение при проведении данного турнира, поскольку вы все знаете, что соревнования сегодня в России и во всем мире проводятся по новой системе судейства. И вот как раз мы сегодня мобильны для того, чтобы провести эти соревнования на самом высоком, будем говорить, техническом уровне. Возможно, кто-то из этих участников будет представлять Россию на Олимпиаде в Сочи. Ведь здесь собраны сильнейшие юные фигуристы. Исключение, пожалуй, лишь парное катание, которое не представлено на соревнованиях. В программу соревнований у нас не включено парное катание. Есть одиночное катание, мужское и женское, спортивные танцы на льду, синхронное катание. В связи с тем, что парное катание в Самаре, в общем-то, не культивируется, и мы считаем с большой загруженностью этого турнира и со значительно малым временем в нашем дворце спорта исключить вот такой вид, как парное катание. В остальных же дисциплинах неплохие шансы на победу у самарских спортсменов. Наши фигуристы уже неоднократно поднимались на пьедестал почета на этих соревнованиях.